Важную дорогу скоро откроют во Владивостоке. Компания-подрядчик «Спецу» по заказу администрации Владивостока завершила укладку первого слоя дорожного покрытия на улицах Шуйской и Волжской. Напомним, эти объекты ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». За две ночи здесь удалось уложить около 800 тонн асфальта. Качество работ на контроле специалистов. За ним следит привлеченная организация по строительному надзору. После укладки нижнего слоя дорожной одежды на примыканиях к основному участку трассы будет уложен второй слой асфальта – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Завершаются работы и на новом мосту через вторую речку. Появилось дорожное покрытие, смонтировано леерное и дорожное ограждение. Движение на участке планируют открыть в ближайшее время. Полный комплекс работ, установка дорожных знаков и нанесение разметки завершится в августе.